Меня зовут Жанна. Почему папа постоянно об этом беспокоится? Как будто я действительно собираюсь маршировать с этими людьми по улицам. Война между Россией и Украиной действительно продолжается бесконечно. Новости поступают каждый день больше и больше и больше. В мире нет мира, и повсюду идут войны. Закон джунглей. Между сильных тот, кто победит, считается прям самым сильным. Но жертвами этого становятся только нормальные люди. Ну, впрочем, так, пора вставать. Надо перестать переживать о вещах, с которыми ничего не могу поделать. Если я бы стала похожа на них, если люди бы это увидели и тоже решили заняться активизмом, мы бы стали неподавленными. Мы вместе сможем изменить многое, даже самые мрачные ситуации. Пора мне всех собрать. Я слишком остро отреагировала на российско-украинскую войну. Почему меня это должно волновать, если никому здесь не важно? Я даже не русская и не украинка. Так вообще имеет ли значение мой голос? Папа прав, мне не стоит даже пытаться стать активисткой. Возможно, это просто не для меня.
Меня зовут Жанна, и я активистка.